И дальше уже будете там... Добро, воспитание. Несите. А вас, случайно, не Евгений Вольнов зовут, мальчик? Ну, вы работаете. Привет! Да, да как ты, какими судьбами здесь? Да вот проезжай, смотри, кто-то полицию прожил. Проживаете вы за адресой места Запорожья? Пишите, улица Пушкина. Написали? Ну. Дом Колотушкина. Знаете, да? Уже гарный, да. А серьезно? Это серьезно, это отдельное, отдельное настоящее здание. Архитектурное да? строение. Что писать? Улица, кто так назвал? Улица Пушкина писать? Это улица Пушкина, дом Колотушкина. Это уникальное архитектурное строение. Это не жар. А ваша адреса проживания? Это дом, отдельно стоящее архитектурное строение. Это отдельный дом частный. Вы там проживаете, да? Ну, частный дом. Я к вам грустно.